Либероидная оптимизация здравоохранения. Анатолий Вассерман на РЕН-ТВ за 1 ноября 2020 года. Коронавирусная пандемия вновь нарастает, и во многих местах выясняется, что первая волна далеко не всех и далеко не всему научила. В Омске две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус к зданию областного министерства здравоохранения, поскольку 10 часов не могли сдать их ни в одну больницу. Специалисты открытым текстом напоминают: весной подобное случалось по всей стране, ибо не хватало больниц нужного профиля. Сейчас во многих регионах организована диспетчерская служба в реальном времени, направляющие машины на свободные места. Но не всеми местами можно распорядиться. Разные больницы и службы доставки больных заключают договоры с различными страховыми компаниями. Поэтому госпитализация по полису обязательного медицинского страхования возможна не на любое место. Сотрудники скорой помощи открытым текстом предлагают вывести ее из системы медицинского страхования и вновь сделать единой общегосударственной. Открытым же текстом считаю медицинское страхование способом дезорганизации здравоохранения. Лечение – это не услуга отдельным гражданам, а поддержание жизнеспособности страны в целом. Но многие чиновники и слышать не хотят про пагубность либероидных реформ. Птенцы гнезда Гайдара четверть века подряд, приговаривая оптимизация, разваливали сильнейшую медицину мира. Например, ввели KPI, ключевые индикаторы производительности, где по секундам прописали, сколько доктор вправе потратить на пациента с гастритом, а сколько с ОРВИ. По секундам. Несогласных с таким подходом гнали в зашей. Мы почти потеряли систему советского здравоохранения, а капиталистический хаос беззащитен перед обычным сезонным гриппом. Про пандемию ковида и говорить не приходится. Все сэкономленное на оптимизации коечного фонда, то есть уничтожении накопленного по почти вековому опыту резерва, уже многократно потеряно на противостоянии непредвиденной напасти. Открытым текстом спрашиваю, на скольких еще направлениях экономия сегодня обернется разорением завтра просто потому, что по вере тоталитарной секты либералы про завтрашний день думать не положено. Анатолий Вассерман. Либероидная оптимизация здравоохранения.